Ну вот мы пришли к дубу. Матвей кидает палки. А Саша ищет желуди. Давай поищем. Что, хрюшки все съели? Какие? Какие? Обычные. Хрюшистые. Тут пока не видно. Что? Но это же дуб. Дуб. Будет водочка. Папа, а где тут еще я не вижу никаких желудей. Чего? У меня не плывет, а у Саши плывет. Не знаю. А где полотенчика? Нет, полотенчик. Какой полотенчик у тебя? Салфетки тоже нет. Это я. Что за гриб? Ну что, малыши, накидались палок? Пойдемте уже. Матвей, ну ты вообще булыжники решил накидать. Накидался? Все, пошли. Хочу домой. Бух. Все, идем, Сашуль. Идем домой. Тимотрий нашел грибочек. Подожди, отцепись. О, вот. Вот какой грибок это нашел Матвей. Здорово, пойдем. Да. Нам повезло. Матвей нашел один подосиновик, поэтому у нас целый подберезовик, целый подосиновик и каких-то вот два вот таких вот непонятных, интересных гриба. Кто знает, подскажите. А мы идем домой. Нет. Саша. Ну вот, друзья, мы почти дошли до дома. Солнышко выглянуло. Стало потеплее. Матвей все-таки. Вон он, жалуется. Да, сломал он вот подосиновик. Шляпа у него отвалилась. Ну ничего страшного. Зато у нас есть подосиновик. Кому понравилось с нами гулять, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх. И до новых встреч. Пока-пока. Всем удачи.